Всем привет! Вы на канале Рисунки Юльки. И сегодня мы сделаем наклейки на Хэллоуин своими руками. Если хотите поддержать мой канал, то обязательно подпишитесь и нажмите лайк. Сначала я набросала простым карандашом будущие наклейки, сейчас будем рисовать черной ручкой. Первый у нас будет вот такой милый скелет. Здесь рисуем привидение в шляпе с метлой. Давайте нарисуем мумию. И черного кота. Здесь будет вот такой смешной котик в тыкве. Нарисуем пироженку. И свечи. Давайте раскрасим. И вы только посмотрите, какой классный стикер-пак у нас получился. Сейчас переворачиваем и заклеиваем широким скотчем. Каждый рисунок вырезаем по контуру. Вот что должно получиться. Сейчас нам понадобится маленький двусторонний кусочек скотча. И приклеиваем вот так. То же самое сделаем и с другими рисунками. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. По-моему, получилось очень классно. Если вы также считаете, жмите лайк. Но для того, чтобы не пропустить мои новые видео, подпишитесь на канал и нажимайте на колокольчик. До новых встреч!